Бассейн «Саратов» после ремонта откроется к намеченному сроку. Такое обещание дают в Министерстве молодежной политики, спорта и туризма региона и называют дату открытия 1 числа октября. Напомню, в конце июля руководство физкультурно-спортивного комплекса, к которому относится бассейн, заявило, что запланированный ремонт объекта под угрозой срыва. Причина – долги Минспорта в 3,5 миллиона рублей за аренду бассейна спортшколами. В результате область могла лишиться самого большого бассейна, а спортсмены – карьеры. Чиновники долго воздерживались от комментариев, а сейчас уверяют, что ситуация не столь критичная. Безусловно, проблема решается, и бассейн будет сдан в установленные сроки. Долг частично погашен. Долг частично по мере поступления финансовых средств на счета министерства. И министерство сразу отправляет подведомственные учреждения, которые имеют долги непосредственно перед бассейном. И в первую очередь, конечно, потому что бассейн «Саратов» имеет очень большое значение в спорте не только Саратова, но и Саратовской области.